I'm broken, empty in despair. When I'm broken, fighting the shoulders down from up above. But you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. Why do you play me like a game? Or is someone else to blame? God is helpless, let alone know. Someday I'll find. I understand that there's not much more to see. But I hope you find a way. Нездоров голос немножко. Tell me why if you know how it's really been. Не, ну неплохо, that's caught out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I'll tell you all my life I've been waiting for you to bring that fairy tale my way. Believing me, nothing is easy without meaning. It's not. Маргарита Багдасарян набирает 89 голосов. Прекрасное выступление. Мне теперь больше всего интересно, бывший встал или сидит? Ну, мое первое предположение о вашем бывшем. Справа от меня сидит Паскаль. Это ты? Я прятался. Сердцеед. Интрига. Я, честно, не помню тебя. У меня же сердце шелковое, да, которое не пылает, а не болит. Нет, на самом деле, я вообще испугался, что я один сижу только. Извините меня, пожалуйста, что я не встал. Вот одну песню я бы послушал с удовольствием, две, три. Но я не знаю, как бы я просидел концерт. Ничего, что мы твою песню одну 10 лет слушаем. Нет, 20, Коля. 20. На секундочку. Ну я же честно говорю. И спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо. Маргарита. Та-дам! Разве забыла, как все это было? Кто же он, ты скажи скорей? А то уже хочется вестей. Стихоплет. Давай, давайте так. Либо ты, либо я. Я скажу, кто. Но? Но если попаду в финал. А я все знаю. А я тоже все знаю, Коленька. Да. Ты знаешь, все-таки твой бывший встал на 54 секунды. Для любого мужчины это хороший результат. Ну, Нодар, рассказывайте. Давай, Нодарчик. Дон в шоке, в шоке. За что она тебя бросила? На самом деле... Марго, ну улыбайся ему. Я очень рад тебя видеть. Это, конечно, неожиданность. И ты очень крутая. Что касается... Нет, она хочет услышать, я тебя недостоин. Вот, понимаешь, вот это. Ну да, вот что касается того, что я потерял, но дело в том, что у всего есть свой конец и у всего есть свое начало. И я очень хочу, чтобы это шоу было для тебя началом большой карьеры. Я тебе желаю этого искренне. Спасибо, дорогой. Ой, этот взгляд. Да, 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 да. Пылающий. Сколько вы встречались? Как долго ты продержался? 8 месяцев. О, отдавай микрофон тоже. Правильно? Мне. Нет. Сколько? Нет. Он еще не помнит. Ох, люблю я всякие интрижки.
Вернемся к вокалу. Все-таки, Маргариточка, я думаю, что интереснее все о вашем вокале расскажет и Терри. Она не встала, сидит всегда, всех поддерживала. Ты теперь новая девушка Надара? Я сестра Надара, знаете, сестра по духу. А почему я не встала? Великолепная песня. Песня, которая уже в себе содержит цунами. Но мне показалось, что ее можно было сделать интереснее. Потом, внизу, очень много было моментов, просто когда связки сказали «до свидания», дорогая моя, надо сначала разобраться с смыканием. Вот Лев Борисович не даст соврать. Я не знаю, стоит он или сидит, я... Стоит. Во всяком случае, диагноз у него в голове точно есть – фониатрический. Поэтому, Марго, вылечи, пожалуйста, голос и занимайся серьезно вокалом. Спасибо. Лев Борисович, ну вы стоите, но про вашу профессию упомянули, поэтому хотелось разобраться, что так, что не так. Спасибо вам. Да, действительно, я стою, потому что мне исполнение понравилось. Я как раз-таки об этом и хотел сказать, что вы находитесь на той вот грани, вот еще чуть-чуть, и вы можете замолчать. Или будете вот петь таким голосом, а такой голос часто заходит. Вот именно чуть-чуть больноватый голос, он хорошо заходит. И вот как раз-таки многие мои пациенты, они часто спрашивают, ну как сделать вот так вот, чтобы вот это... Дело в том, что болезнь, больной голос, его, к сожалению, никак нельзя спародировать, воспроизвести. То есть если аппарат здоров, вы никогда вот так не сделаете. И у нас многие певцы, на самом деле, которые имеют что-то нездоровое, они это культивируют и сохраняют. Но мы за ними следим, чтобы это не ухудшалось. Поэтому, смотря что и как с этим работать. С этим надо быть, на самом деле, очень аккуратно. Спасибо большое. Ирочка, ты наша сегодняшняя приглашенная звезда. Нас здесь таких много. Нет, здесь сияют все звезды, ты сегодня приглашенная. Ты как комета пролетишь. Хорошо. Так быстро, что ли? Да. За один выпуск. Но зато все запомнят. Мы ждем тебя всегда в гости. Марго, я поддерживаю слова о том, что больной, в кавычках все-таки, в хорошем смысле, больной голос, это самобытно, это красиво, это краска. И, конечно же, бросается в глаза женская... Простите, раз уж заговорили про личную жизнь, не могу не прокомментировать. Вот. Бросается в глаза такая женская, конечно, обида. Вы знаете, вот эта женская обида, она на самом деле может стать вашим локомотивом. И в творчестве, и вообще придать вам сил делать то, что вы делаете. А поете вы великолепно, а выглядите вы еще круче. Я благодарю вас. Очень-очень приятно слышать это от девушки. Это честно. Я либо ничего не говорю, либо говорю правду. А сейчас мы услышим мнение предводителя сотни. Он стоит. Ну, я думаю, что в любом случае любовь всегда помогает. И несчастна любовь творить одно, счастливая любовь творить другое. А одиночество? Одиночество, как пела Слава... Сволочь. Сволочь. Сволочь, да. Я могу сказать, Марго, что, честно, мне безумно понравилось ваше выступление. Оно такое было вот мирового уровня, именно по ощущению. Я могу сказать, что мы не слышали подобного голоса. Вот именно такой краски мы не слышали. Вот. Такое, это особенность, вот. Это уникальность. В любом случае, сегодняшнее выступление ваше было уникальным здесь. И, конечно же, я его поддержал. Браво. Спасибо, благодарю вас. Маргарита Багдасарян набирает 89 голосов. Это прекрасный результат. Аплодисменты. Занимаете первое место в тройке лидеров.